Всем привет, дорогие друзья, с вами канал RusFPS, и это мое новое видео. Сегодня у нас будет Спартак. Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Ну и перед началом данного видеоролика я попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Также у нас проходит топовый конкурс на 1000 рублей. Все подробности будут, когда наберем 650 подписчиков. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, и отписываться нельзя, потому что, ну, вы не сможете участвовать в следующем конкурсе. Ребят, смотрите. В первом матче я играл против рейтинга 100, это просто вообще, я был составом 74, вот так вот подбирают игру, вы видели момент, я попал в штангу, это вообще просто дичь какая-то. Вот сейчас Луис Адриано с разворота бьет, но промахивается. Далее у нас что, Луис Густаво. Вот такая стенка Спартака. Спартак! Ух ты, и Глушаков. Глушаков заряжает в девяточку. Празднует. Ладно, ребят, я думаю, вам лучше будет приятно посмотреть этот видос под музыку. Вот. Подписались на канал, поставили лайк и ждем начала конкурса, короче. Все, ребят. Поехали! А, ну и смотрите данный видеоролик до конца. Это тоже одно из условий. А теперь поехали! Yeah.
will wait for you. The glitch in your eyes pulled me under, but I will wait for you. There's nothing left for me to do than run and act myself a fool. No point in trusting anyone. Your eyes of diamonds keep me up, with the thought that it could be this rough. No point in trusting anyone. Потихоньку подошел к концу наш видеоролик. Обязательно подписывайтесь. Шикарный галешник, вообще не спорю. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. И когда мы добьем 650 подписчиков, я разыграю 1000 рублей. Все подробности будут, когда добьем эти 650 подписчиков. И не подписывайтесь, и не отписывайтесь, когда вы, если что, не выиграете, не расстраивайтесь, потому что будут еще конкурсы. И если вы отписались, то вы не сможете участвовать в конкурсе. Поэтому не отписывайтесь. И все, ребят. Также репостите данный видеоролик. Ну и еще у нас проходил кубок мобильных фиферов. На стриме мы делали жеребьевку. Поэтому смотрите ее, ну, вот, предыдущий ролик, короче. Все, ребят, все сделали, ай, молодцы. И скоро будет уже первый тур кубка мобильных фиферов. Все, ждем, пока.